Приветствую всех в нашем автосалоне столицы. У нас в продаже появился отличный автомобиль премиум-класса Lexus RX 2019 года выпуска. Под капотом у него стоит бензиновый двигатель 2-литровый, который выдает 238 лошадиных сил на полном приводе. В отличном техническом состоянии у автомобиля всего лишь один владелец. Кузов в родном окрасе, на оригинальных 20-х литых дисках. Богатой комплектации. Давайте заглянем в салон. Салон в идеальном состоянии. Сиденье из светлой кожи. Также для задних пассажиров есть подогрев сидений трехрежимный и выдвижной подлокотник с двумя подстаканниками. Спереди салон также в идеальном состоянии. В комплектацию входит люк, электропривод люка, электропривод передних сидений, электропривод руля, а также память водительского сидения. Все 4 электростеклоподъемника, центральный замок, электрорегулировка и электроскладывание зеркал. Также обогрев руля, электрообогрев лобового стекла, мультируль для управления мультимедией, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, многофункциональная мультимедиа с большим экраном и также с камерой заднего вида. Фирменные часы Lexus, двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, электроручник, 2 подстаканника, также здесь есть беспроводная зарядка для вашего телефона, джойстик для управления режимами езды автомобиля, также функция отключения стабилизации, и здесь находится джойстик для управления мультимедией. На данный момент двигатель запущен, пробег составляет 122 тысячи. Никаких ошибок не горит, работает отлично. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. А находимся мы по адресу Азина, 83, автосалон столица. Всех ждем. In tiny liquor bottles, just what you'd expect inside her new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you'd expect inside her new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you'd expect.